Да, Денисов здесь мяч получил. На Широкого можно было сыграть или на Кузьмина. Кузьмин, браво! Браво! 1-0! Кузьмин открывает счет. Дебютант команды Слуцкого открывает счет в этом матче. Важнейший гол сборной России. Наверное, знаешь, вот символично, что забивает его человек, который в 34 попал в команду к новому тренеру и проявил себя, когда ему дали шанс. Да, очень хорошая передача Игоря Денисова, хотя вроде бы и напрашивался более прагматичный ход на Романа Широкова, но забросил мяч Денисов великолепно на включение. Вот у нас нет Смольникова, к сожалению, да, но здорово его здесь заменяет на этой позиции Кузьмин, и великолепно внешний мяч переправляет в дальний угол. Кузьмин в подкате просто сейчас сыграл. Грамотно сыграл. Помнишь, как в фильме «Москва слезам не верит»? После 40 жизнь только начинается. У Кузьмина она по-настоящему футбольная началась в 34 года. Вызов в национальную команду и такой важный гол в заключительной игре отборочного турнира к Евро-2016.